клубника фри. Фри клубника. За фри беру. Оптом фри беру. Клубника за фри отдается. Приезжайте сюда. Так, а куда мы сейчас приехали, место называется? Crazy House. Crazy House. Все, все в горе. Отлично. Что, можно уже залетать в Crazy House? Где мой муж? А, объелся груш. Он уже внутри. О, интересно, красиво. А, к вам идти? Кому нужно бабло, сюда заходим, берем сколько надо. Итак, друзья, мы с вами находимся в гостинице под названием «Лунная вилла». Именно такое название изначально носил данный комплекс. Это в дальнейшем уже случился казус, когда здесь заблудился иностранный турист. И, собственно, единственное, что он нашел сделать, это выглянуть в первое попавшееся окно и начать кричать «Crazy, crazy house!» То бишь «Сумасшедший, сумасшедший дом!» Это название понравилось мадам Нга. Здесь она изображена на портрете. Она является владелицей, архитектором и реализатором данного комплекса, всего этого творения. Мадам Нга черпала вдохновение из русских народных сказок. Как думаете, почему? Училась в России, все очень просто. Она училась в России, закончила мархи. После окончания мархи она перебралась обратно в Вьетнам. Длительное время работала на компартию. Потом уже в 80-х годах перебралась в Далат по приглашению для преподавания в местном государственном архитектурном университете. И стала творить для себя. То есть здесь она отошла уже от нормы компартии, стала творить для себя. Первый ее проект был «Ее личный дом». Что-нибудь знакомое есть? Избушка на горе. Правильно, конечно. Избушка на горе ножках, да, верно. Это ее жилой дом, в котором она живет до сих пор. То есть, да, прямо он здесь находится, на территории, да. А вокруг этой избушки уже разрослись остальные вот эти вот ветви, деревья и так далее. Вот эти вот хитросплетения из веток и деревьев, как думаете, откуда? Нет, не оттуда, это уже немножко другая страна, даже не немножко, а множко, но там тоже много русских. Честно, на Гауди. Да, именно, Гауди и Дали. Вот эти вот моменты, она черпала вдохновение от Гауди и Дали. А, все, что вы здесь увидите, это сочетание такой русской народной сказки, Гауди и Дали и забота о природе. Казалось бы, бетон, дерево, где же забота о природе? А, заботу она проявила так, чтобы показать людям, к чему может привести небрежное отношение к природе. То есть в перспективе человечество может остаться в каменных джунглях, и, по ее мнению, именно вот таким образом будут выглядеть каменные джунгли. Сейчас мы с вами немножко по территории прогуляемся, проходим дальше. Прошу прощения, час 50, 13:50 собираемся. Друзья, подходите ко мне поближе. Сейчас буквально несколько слов и свободное время. Перед вами «Жигуль», ВАЗ-2107. Ну, собственно, советский модельный ряд так менялся, что, в принципе, не особо много различий было между пятеркой и семеркой, хотя два поколения. Перед вами, собственно, советский автопром представлен и немецкий. Получается, в ранние времена мадам Нга самостоятельно передвигалась на этой «Жиге», потом уже в силу возраста пересела на заднее пассажирское сиденье и с прошлого года с осени катается на комфортабельном скоростном Ford Focus S. Проживает мадам Нга вот здесь, за вашими спинами. Люди попасть нельзя, это ее приватная зона, туда заходить нельзя ни в коем случае. Только поверх походить если можно. Если вам удастся мадам Нга встретить где-то по территории, пообщайтесь с ней. Она прекрасно говорит по-русски, она замечательно понимает. Можете с ней поговорить, спросить какие-то особенности, либо поинтересоваться. Она 40-го года, соответственно, ей уже 78 лет, 15 декабря было, да. 79-й год, да. Далее, куда пройтись? Я рекомендую изначально подняться вот по этому деревцу на самую вершину и оттуда оценить перспективы города. Панораму города заценить и сделать для себя вывод. Архитектура все-таки здесь вьетнамская, либо европейская. Потом можно по вот этим вот ходам необычным пройтись по всему комплексу и посетить различные комнатки. Внутрь комнат не получится у вас зайти, потому что они все либо на замочках, либо закрыта полностью дверь. Это действующая гостиница, как я ранее говорил. Поэтому, если захотите внутрь попасть, нужно будет оплатить номер. Скорее всего, сейчас все забронировано. Обычно недельки 2-3 у них бронь наперед идет. Здесь номерная база не очень большая, всего 11 действующих номеров. Стоимость номера от 30 до 110 долларов в сутки.
Вот. Обязательно посетите морскую комнату. Вот в эту ракушечку проходите, внутрь заходите, там безумной красоты комната, ресторанная в будущем. А пока она только на стадии ремонта, но это уже финишная прямая, завершение. А, и потом с вами мы собираемся через... Давайте 45 минут я вам дам. Ровно в 2 часа мы с вами собираемся в том парке. Если проголодаетесь раньше и соберетесь раньше, уедем обедать раньше. Сейчас время 15 минут второго, ровно в 2, через 45 минут мы с вами собираемся там. Договорились? А в каком стиле выглядят эти комнаты здесь? Совершенно разнообразным. Я предлагаю вам пройтись по комплексу и посмотреть. А вы же сказали, они закрыты на замок. Они не все закрыты на замок, закрыты створки. А, можно пролезть туда, можно чуть-чуть посмотреть. Да. Отлично. По таким пенечкам мы идем. О, пенечки закончились. А тут что-то. А вот и комната, да, которую я спрашивал. Давайте посмотрим. Интересный номерной фонд. Кстати, здесь неплохой номерной фонд, мне нравится. Необычно так. Шикарно. Апартаменты. Да. Здесь прохладненько, спит, наверное, вообще обалдеть. И еще вот кровать. Это, наверное, какой-то семейный люкс, скорее всего. Так, друзья мои, проходите, пожалуйста. Класс. Вокруг отличный вид. Вас кто из дома выпустил? А, выгнали меня. Поэтому я такой сегодня разговорчивый. О, какая-то ракушка там. Можно. Так, главное не свалиться отсюда. Дайте мы пройдем. Здесь какие-то тряпки продаются. Еще нифига себе магазин открыли. Угу, сейчас. О, пусик. Автограф. Магниты разные продаются. Пупсик куда-то там полез. О, вот здесь вот тоже можно. Тут куча лабиринтов. Смотрите, какой город Далат. Нам еще повезло, говорят, дождя сейчас нету. 2 дня назад дожди сильно лили. Говорят, вот именно в Далате не сезон, а в Нячанге сезон. Опа, потихонечку ползаем здесь. Вот тут двустороннее движение у нас оказывается. И туда, и сюда. Мы практически на вершине Crazy House. Тут неудобно ходить, когда люди туда и сюда идут. Очень узко. Вот это уже номер поменьше в этом отеле. Необычный такой, конечно, стиль, дизайн отеля.
смотрите, еще номер. И все они разные здесь, не повторяются. Интересно, интересно. Мы в таких номерах еще не жили. Кто жил из вас, товарищи, подписчики, зрители, в таких похожих номерах, пишите в комментариях. Расскажите, как, что. Да, я могу. Как красиво вокруг. Там необычно, классно. Необычно все. Давайте с вами круг сделаем, посмотрим всю эту красоту. Тут даже свет, видите, такой. Правда, он это сливается как-то, если приблизиться, может, он как-то более-менее это, более-менее что-то видно. Сначала я подумал, что здесь вода, такой глянцевый пол. Люстра тоже такая, глядите. Вот это, похоже, бар какой-то. Возможно, будет. Даже какой-то пульт есть, может, здесь диджей играет отсюда. Возможно, здесь дискотека проходит, какая-то цвет. О, осьминог. И пианино. А на нем играть, интересно, можно? Не открывается крышка. Но пианино. Хотел поиграть, хотел вам сыграть вальс, бастон. Мне, к сожалению, не получится. Дождик пошел, которого мы не ждали. Это мы сейчас в саду находимся здесь. Смотри, какой большой. Шейх Серега, Сергей Петрович. Видите, какой красивый. В зеленом мундировании, а свет у нас красным. Аккуратно. Розовым. Розовым, да? Скользко. Розовый фламинго. Го-го. У нас по программе обед. Такой трактор у нас крутой здесь. На обед пока еще ничего не принесли, будем ждать. Это такая скромная у нас столовая, не знаю, как это называется, ресторан, кафе, столовая. Мы в ресторане класса барбекю. Ребрышки тут делают. Сейчас проверим, что за ребрышки. Необычный ресторан. Выпьем за нашу экскурсию. И вот нам принесли обед. Такой суп, наверное, интересно. Здесь у нас мясо, овощи. Ну вот. Желайте нам приятного аппетита. Надеюсь, вам мое видео Crazy House в переводе «Сумасшедший дом» понравилось видео. Кому понравилось, ставьте лайки, пишем комментарии, подписываемся на авторский канал YouTube, чтобы не пропускать мои новые интересные видео. Нажимайте колокольчик, когда подпишетесь, и вам будут приходить уведомления о моих новых интересных видео. Делитесь в социальных сетях, просите ваших друзей, чтобы они тоже поделились моим авторским видео, мой авторский канал YouTube, так будет лучше развиваться. А в следующей серии вы уже увидите производство натурального кофе. Как что делается и где его можно купить, все это увидите в следующей серии. Всем до новых встреч!